еще раз добрый день. Ходил на рынок. Запчасти продают. Хотел посмотреть свои покрышки. Купить еще колеса. С этими ограничительными мерами. Владимирская область. Потом Днепровская область. Все закрыто. Все. Все позакрывали. У нас коронавирус, аристократы. В рестораны он ходит, коронавирус. В кафе, в бар ходит. В театры ходит, в кинотеатры ходит. А в очередях он не стоит, в больницах он не стоит. Там, где очереди. Коронавируса нету, получается. Взяли еще и рынки закрыли. Вообще шикарно. Ничего не купить, куда не сходить. Вообще о чем думают? О народе вообще кто-нибудь там, наверное, кто-нибудь думает, нет, интересно. Только о себе думают. Такие вот дела. Ходишь, ходишь, ищешь, все закрыто. Придется один день пропускать. Завтра еще надо будет выйти посмотреть. Может, завтра что-нибудь будет, так сказать, на авось. Завтра я еще раз тоже выйду, посмотрю, может будет, найду покрышки свои. Тяжело найти у нас. Если только в Отрау ехать за ними. Но это опять-таки на такси надо ехать. Это опять деньги, трата денег. Но с другой стороны, надо тоже, надо. Дома сидеть тоже нельзя, смотреть, когда они с потолка упадут. Крышки, они сами по себе с неба не упадут. Надо их искать, надо их покупать, ехать за ними, искать. Такие вот дела.